Буквально несколько минут назад стало известно о беременности избранницы Милоша Биковича. Актер сам поделился новостью о скором прибавлении. Артист и его возлюбленная хотели до последнего скрывать данную информацию, но не получилось из-за вездесущих журналистов. «Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали. Спасибо всем за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов нас не беспокоить. Когда и если мы захотим поговорить на эту тему, мы обязательно с вами свяжемся», — подчеркнул 35-летний Милош в личном блоге. К слову, избранницу Биковича зовут Ивана Малич. По профессии она юрист. Ивана часто делится личными снимками в соцсети, судя по фото, срок беременности еще не очень большой. Сейчас Малич и Бикович принимают поздравления от подписчиков, которые желают им счастья. Напомним, Милош Бикович и Ивана Малич вместе около 2 лет. При этом оба очень редко откровенничают на тему личных отношений. Как-то актер рассказывал, что его любимая очень ревнивая. «В сериале «Тёлки» очень много сцен секса с моим участием. Все почему-то считают, что за кадрами этих эпизодов очень много страсти. На самом деле это не так. Представьте, вы лежите в каких-то неудобных позах, вокруг куча людей, которые наблюдают за всем происходящим. Вас все время останавливают, дают указания. А потом ко мне подходит моя девушка и начинает выяснять, что и как там было, с кем целовался», — откровенничал как-то он.